Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Настя. Сегодня вяжем крючком вот такие пинетки. 10 сантиметров по подошве. Пряжа у меня Янар Джинс. Крючок буду использовать 2 миллиметра. Начнем вязать с подошвы. Подошва 10 сантиметров. Набираем цепочку из 16 воздушных петель. 1, 2, 3, пятнадцать, 16. Придерживаем петельку и вяжем еще две воздушные петли подъема. Ту петельку, которую придерживали или в третью от крючка петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. один и в эту же петлю второй столбик с одним накидом. Далее вяжем четырнадцать столбиков с одним накидом по цепочке один два три. 13, 14. Крайнюю петлю провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. четыре пять вот этот хвостик сейчас сразу будем вязывать вяжем по цепочке четырнадцать столбиков с одним накидом один два Три, тринадцать, четырнадцать, и остается еще одна петля. Сюда провязываем два столбика с одним накидом. Первый ряд довязан. Соединительная петля во вторую воздушную петлю подъема. Второй ряд одна воздушная петля подъема. Далее вяжем две прибавки подряд. Одна прибавка из двух столбиков без накида. Первая прибавка в следующую петлю. Вторая прибавка. Далее 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующие 2 петли провязываем по одному полустолбику. первый и в следующую петлю второй полустолбик далее 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 далее 5 прибавок подряд 1 прибавка из двух столбиков с одним накидом 1 и сюда же второй столбик с одним накидом первая прибавка Вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка. Пятая прибавка, далее шесть столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять. 6 в следующие две петли провязываем по одному полустолбику 1 и в следующую петлю второй полустолбик далее 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6, Далее две прибавки подряд. Первая прибавка в следующую петлю. Вторая прибавка. Соединительный столбик в воздушную петлю подъема. Третий ряд две воздушные петли подъема. Далее вяжем четыре прибавки подряд. Одна прибавка из двух столбиков с одним накидом. Первая прибавка. Вторая прибавка. третья прибавка четверт прибавка далее 14 столбиков с одним накидом 1 2 3. Тринадцать четырнадцать, далее десять прибавок подряд, первая прибавка, вторая. третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И последняя, десятая прибавка.

Первая прибавка, вторая, третья и четвертая прибавка. Подошва готова. Дальше, если вы оставляете одну подошву, делаем так. Ниточку вперед. Сейчас будем соединительный столбик провязывать за вторую воздушную петлю подъема, но не как обычно с лицевой на изнаночную, а наоборот вводим крючок с изнаночной стороны на себя. Захватываем ниточку. И провязываем соединительный столбик. Разворачиваемся. И теперь под каждую петельку провязываем соединительными столбиками. Дальше за эти петельки мы будем провязывать бортики. Всего нужно провязать. Шестьдесят четыре соединительных столбика. Для тех, кто вяжет вместе со мной двойную подошву, ниточку отрезаем. Вкалываем крючок во вторую воздушную петлю подъема с изнаночной стороны на себя. Вытягиваем ниточку на изнаночную сторону, разворачиваемся, находим последнюю петельку, и под этой петелькой есть перемычка. Вводим крючок под эту перемычку в центр последней петельки, захватываем ниточку и вытаскиваем. хорошо подтягиваем, смотрим, чтобы было ровненько. И теперь можно прятать хвостик. Моя внутренняя подошва будет белого цвета, просто потому что я боюсь, что мне не хватит одного мотка на обе пинетки. Складываем подошвы изнаночной стороной внутрь. И теперь зафиксируем нашу подошву по центру. Начиная с пяточки, вводим крючок в самое первое, самое большое отверстие на одной подошве и в это же отверстие на другой подошве. Захватываем петельку и провязываем. Отверстие в отверстие соединительными столбиками. Зафиксировали подошву, ниточку отрезаем и спрячем ее на изнаночной стороне. Также поступаем и с первоначальным хвостиком. Центр зафиксирован. Теперь соединим подошву по краям. У меня косичка будет снаружи. Я переворачиваю косичкой вниз. И с этой стороны. Ввожу крючок в петельку на одной подошве, в петельку на другой подошве и провязываю петля в петлю соединительными столбиками всего должно быть шестьдесят четыре соединительных столбика. Когда я вижу, что у меня все петли совпадают, все ровненько, спрячу на изнаночной стороне вот этот хвостик начальный. И довязываю соединительными столбиками оставшиеся петельки. Вот за эти петли мы будем провязывать бортики. Ниточку отрезаю. Хвостик спрячу, когда буду вязать бортики. Вяжем бортики. Находим среднюю петлю на серединке пятки. Закрепляем нить воздушной петлей. И сюда же провязываем первый столбик без накида хвостик подтягиваем и сразу его будем ввязывать вяжем первый ряд 64 столбика без накида 1 2 3 4 63 64 соединительный столбик будем провязывать не за воздушную петлю подъема а за следующую петлю тогда шов не будет сильно косить Соединились, воздушная петля подъема и сюда же провязываем первый столбик без накида. Вяжем второй ряд шестьдесят четыре столбика без накида. Всего на бортиках нам нужно провязать четыре ряда. Один мы уже связали, второй, третий, четвертый свяжите самостоятельно. Один, два, три, четыре. Четыре ряда бортиков провязано. Соединительная петля не за воздушную, а за следующую петельку соединились воздушная петля подъема пятый ряд начинаем вязать с вот с той петли куда соединялись и вяжем 21 столбик без накида 1 2 3 20 21. Далее вяжем убавление на мыске. Нам сейчас нужно провязать 6 убавлений, а между убавлениями будем вязать по 2 столбика без накида. Убавление вяжем таким образом. Захватываем полупетлю одного столбика и сразу же вторую полупетлю второго столбика и провязываем их вместе как обычный столбик без накида первое убавления, далее 2 столбика без накида Снова убавление. Два столбика без накида. Убавление. Это уже третье убавление. Два столбика без накида. Убавление. Четвертое. Два столбика без накида. Убавление. Два столбика без накида. И последнее шестое убавление. И довязываем до конца ряда 21 столбик без накида. Один, два, три, двадцать, двадцать один. Тут соединимся за воздушную петлю подъема. Просто чтобы потом не потерять вот эти петельки. Ниточку отрезаем. и переходим на вязание мыска. Для этого нам нужно определить 6 средних петель. Я это делаю на глаз. Закрепляю нить воздушной петлей. И сюда же провязываю первый столбик без накида. И вяжем шесть столбиков без накида. Один уже есть. Два вот этот хвостик сразу ввязываем. Три, четыре, пять, шесть плюс два соединительных столбика. разворачиваемся второй ряд начиная со второй петли вяжем 7 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 плюс 2 соединительных столбика третий ряд начиная со второй петли вяжем 8 столбиков без накида 1 2 3 4 и Пять, шесть, семь, восемь, плюс два соединительных столбика четвертый ряд начиная со второй петли и вяжем 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 Восемь, девять плюс два соединительных столбика. Пятый ряд, начиная со второй петли, провязываем десять столбиков без накида. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, плюс два соединительных столбика. Шестой ряд. Начиная со второй петли 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девять, десять, одиннадцать плюс два соединительных столбика. Седьмой ряд, начиная со второй петли, двенадцать столбиков без накида один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, два соединительных столбика.

Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, плюс два соединительных столбика. Девятый ряд, начиная со второй петли, четырнадцать столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четырнадцать плюс два соединительных. Десятый ряд. Прибавления больше делать не будем, поэтому с десятого ряда вяжем с третьей петли. С третьей петли четырнадцать столбиков без накида. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, плюс два соединительных столбика. Одиннадцатый ряд, начиная с третьей петли, вяжем четырнадцать столбиков без накида. Один, два, три, тринадцать. 14 плюс 2 соединительных столбика. 12 ряд. Начиная с третьей петли, провязываем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Тринадцать четырнадцать плюс два соединительных столбика. Тринадцатый ряд, начиная с третьей петли, вяжем четырнадцать столбиков без накида. Один, два, три. 13, 14, 14 плюс 2 соединительных. Разворачиваемся. 14 ряд. Начиная с третьей петли вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 13 14 плюс 2 соединительных столбика итак 14 ряд мыска закончен мы провязали две соединительные разворачиваемся и будем вязать манжет ряды начну считать заново вяжем 2 воздушные петли вот откуда выходят воздушные петли, следующую петельку соединительную пропускаем и вяжем со следующей петли. Вяжем столбиками с одним накидом. Всего мы должны провязать 38 столбиков с одним накидом по кругу. тридцать семь, тридцать восемь. И соединительная петля за вторую воздушную петлю подъема. Не переживайте, вот этих дырочек видно не будет. Вяжем две воздушные петли подъема. Второй ряд мы будем провязывать рельефными столбиками с одним накидом. Две воздушные петли подъема. Следующий столбик будем провязывать рельефным выпуклым. Накид. Огибаем ножку столбика предыдущего ряда вот так с лицевой стороны. Захватываем петельку и провязываем как обычный столбик с одним накидом. Следующий будет рельефный вогнутый или изнаночный. Накид, огибаем ножку столбика предыдущего ряда вот так с изнаночной стороны, захватываем ниточку и провязываем как обычный столбик с одним накидом. И так будем чередовать выпуклый вогнутый, выпуклый вогнутый до конца ряда. И заканчиваем ряд изнаночным рельефным столбиком. Соединительная петля во вторую воздушную петлю подъема. С третьего ряда начнем вязать вот такой узор, напоминающий косу. Третий ряд вяжем 3 воздушные петли подъема и вот эти три петли будем считать как за столбик за первый вообще раппорт узора будет состоять из 6 петель но так как мы вяжем в круг поэтому начнем с трех вот это первый столбик вяжем во вторую петлю второй столбик с одним накидом и в следующую петлю третий столбик с одним накидом далее вяжем 6 воздушных петель и теперь нам нужно соединиться вот здесь за третий столбик 1 2 3 4 5 6 вот он шестой соединяемся соединительной петлей воздушная петля подъема и теперь провяжем под арку один столбик без накида один полустолбик 4 столбика с одним накидом один, два, три, четыре. Дальше один полустолбик сюда же под арку и один столбик без накида. Вяжем следующие три петли столбиками с одним накидом. Один, два, три. Далее шесть воздушных петель. отсчитываем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 и вот сюда в основание воздушных петель но это как первый столбик у нас вот в это основание провязываем соединительную петлю 1 воздушная петля подъема и вяжем под арку 1 столбик без накида один полустолбик, четыре столбика с одним накидом. Один полустолбик. и один столбик без накида. Дальше 3 столбика с одним накидом в следующие 3 петли. 1, 2, 3, 6 воздушных петель. Снова отсчитываем 6 столбиков назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в основании вот этого шестого столбика вот так соединяемся соединительной петлей. Одна воздушная петля подъема и снова вяжем под арку. Один столбик без накида, один полустолбик, четыре столбика с одним накидом, один полустолбик. Один столбик без накида. И снова вяжем три столбика с одним накидом. Итак, нам с вами нужно провязать до конца ряда. Еще раз свяжу вместе с вами дальше сами. Три столбика с одним накидом провязано 6 воздушных петель отсчитываем 6 столбиков назад 3 3 и в основании 6 вот этого столбика провязываем соединительную петлю воздушная петля подъема подарку вяжем один столбик без накида один полустолбик 4 столбика с одним накидом один полустолбик и один столбик без накида. Дальше вяжем 3 столбика с одним накидом, 6 воздушных петель. Соединяемся в основание 6 столбика. И продолжаем так вязать до конца ряда. И вот тут внимательно смотрите, вот у нас закончились... Казалось бы все петли, но мы же в самом начале делали шаг назад на три петли, поэтому вот так лепесток отгибаем и провязываем эти три петли вот туда, куда мы соединялись. Первый столбик с одним накидом. Дальше второй столбик с одним накидом. И остался еще один свободный столбик. Сюда. Свободная петля. Сюда провязываем. Третий столбик с одним накидом. Шесть воздушных петель. Отсчитываем шесть столбиков назад. И в основание шестого столбика закрепляем нить соединительным столбиком воздушная петля подъема и довязываем последний листик. Один столбик без накида, один полустолбик, четыре столбика с одним накидом. Один полустолбик и один столбик без накида. Соединяемся за третью воздушную петлю подъема. Две воздушные петли подъема. Разворачиваемся и четвертый ряд будем вязать по изнаночной стороне. Теперь вот эти петли воздушные не считаем как за столбик. Теперь нам нужно провязать три столбика с одним накидом вот они наши столбики, вот они петельки. Вот за эти петельки провязываем 3 столбика с одним накидом. 1. 2, 3. Далее 6 воздушных петель. Разворачиваемся. Теперь нам нужно отсчитать три столбика вперед, раз, два, три. Ищем, где у нас были. Давайте вот так вам покажу. Вот они, следующие. Следующая группа из трех столбиков. И вкалываем крючок в основание. Тут у нас будет провязан потом в конце ряда шестой столбик вот в это основание. Вот они три столбика. Один, два, три. Вот она верхушка третьего столбика. Да? Вот в эту верхушку провязываем соединительный столбик, воздушная петля подъема, разворачиваемся и вяжем то же, что и в третьем ряду. Один столбик подарку, один столбик без накида, один полустолбик, 4 столбика с одним накидом. Один полустолбик и один столбик без накида. Далее снова нужно провязать три столбика с одним накидом. Вот наши столбики. И вот верхушки этих столбиков. Один, два. 3, 6 воздушных петель. Разворачиваемся, отсчитываем 6 столбиков вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В основании вот этого шестого столбика провязываем соединительную петлю. Воздушная петля подъема. Разворачиваемся и вяжем подарку: один столбик без накида, один полустолбик, четыре столбика с одним накидом, один полустолбик. И один столбик без накида. И повторяем снова все то же самое. Три столбика с одним накидом. Шесть воздушных петель разворачиваемся. Отсчитываем 6 столбиков вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в основании 6 столбика провязываем соединительную петлю. Воздушная петля. Разворачиваемся. Вяжем под арку. 1 столбик без накида. 1 полустолбик. 4 столбика с одним накидом. один полустолбик и один столбик без накида. И повторяем все это до конца ряда. Довязала, а осталось провязать один лепесток. Вот эти три столбика не провязанные в первый в самом начале мы соединялись. Сейчас вот так аккуратненько цепляемся и провязываем первый столбик с одним накидом. В следующую петельку второй столбик с одним накидом. Вот он, последний столбик, сюда провязываем третий столбик с одним накидом: шесть воздушных петель, разворачиваемся, отсчитываем вперед шесть столбиков и закрепляемся в основание шестого столбика соединительная петля воздушная петля провязываем последний листик подарку один столбик без накида один полустолбик 4 столбика с одним накидом Один полустолбик и один столбик без накида. И соединимся мы с вами за вторую воздушную петлю подъема. Вот она. Соединились две воздушные петли подъема. Разворачиваемся, вяжем. Вяжем пятый ряд. Сейчас мы будем вязать обычными столбиками с одним накидом. У нас за каждым лепесточком вот так отгибаем. Есть группа из трех петель. Сейчас за все вот эти петли будем провязывать столбики с одним накидом. Один, два, три. Потом эти листики нужно будет вывернуть вот так обратно. Ищем третью группу из трех столбиков. Один, два. Три следующую группу из трех столбиков, один, два, три, и так провязываем до конца ряда тридцать восемь, тридцать девять. Соединительная петля во вторую воздушную петлю подъема. Вяжем шестой заключительный ряд. Две воздушные петли. Дальше будем чередовать рельефные столбики с одним накидом. Вяжем первый выпуклый рельефный столбик с одним накидом вогнутый. Выпуклый. Вогнутый. И так чередуем до конца ряда. И заканчиваем ряд выпуклым рельефным столбиком с одним накидом. Соединительная петля во вторую воздушную петлю подъема. Ниточку отрезаем, хвостики прячем, поправляем косичку. Вот и все, пинетки готовы. При желании вот сюда можно вставить шнурок. На эти пинетки, если вы будете вязать одним цветом, вам хватит одного мотка. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто на меня подписывается. Вас уже 16 тысяч, для меня это какая-то невероятная цифра. Спасибо большое, что смотрите, комментируете. И спасибо всем, кто поддерживает мой канал. Ровных вам петелек, всем добра!